Dumnezeu mulțumesc, oaspeți și la trecurea orașului Bălți. Poți să-i fac eu o problemă că... Ghichie! 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 Suntem astăzi oaspeți din Letonia. Эти дни организованы совместно с примариями муниципия Белц, города Сороки, города Единец. И сегодня мы закрываем наши дни таким фестивалем, который переводится как фестиваль меда. Это происходит впервые на севере Молдовы. То есть мы решили, что город Бельц это как первопроходимец и как, так скажем, как пилотный проект. Я надеюсь, что мы сможем и в следующем году, то есть вот дни северного региона организовать в более масштабном. Это первые попытки, это проект, это пилотный проект. Хочу поблагодарить всех за содействие, и я думаю, что в лице господина Убусатова мы послушаем тоже, что желает примария муниципи Белц. Бонасива, добрый день. От имени руководства примарии муниципи Белц я приветствую всех присутствующих на этом финальном мероприятии, завершающем дни не северного региона нашей Республики Молдова. Очень такое приятное мероприятие. Представляют свою продукцию мед, изделия из меда, производители меда. Погода замечательная и прекрасная. Как сказал господин Бодрук, у нас присутствует делегация из Латвии. Они присутствовали на всех мероприятиях, которые проходили в том числе и за пределами нашего города. Это, как сказал господин Бодрук, первый пилотный проект. Давайте будем его считать таким вот первым опытом, опытом положительным. И на основании этого первого положительного опыта я считаю, что есть все необходимые возможности и желания дальнейшего продвижения этих прекрасных идей, в том числе и для производителей меда. Каждый прекрасно знает, насколько полезен и важен этот продукт для любого человека. Они получили возможность торговать этим продуктом, все разрешительные документы у них есть. Я думаю, что бельчане и гости нашего города воспользуются и оценят это по достоинству. Ну, а всем, как я еще раз говорю, благодарю за участие и надеюсь на дальнейшее плодотворное конструктивное сотрудничество. Спасибо. В адрес город Бельце и Молдавии. В Латвии тоже очень любят мед. У нас очень популярный этот продукт, и многие крестьяне занимаются сбором меда. Поэтому на самом деле здоровый и полезный продукт. И очень приятно, что и в Молдавии он по достоинству оценен. И еще раз хочу поздравить вас с Днями региона, с той возможностью, которые Северный регион представляет для предпринимателей, в том числе и для тех, кто занимается сельским хозяйством. Хочу пожелать успешного развития и городу Бельце, и нашим партнерам нынешним, городу Сорока и в целом Молдавии. Поэтому с праздником вас и успешной работы и успехов в дальнейшем. Bună ziua tuturor, bună ziua locuitorilor orașului Bălți. Această manifestație este binevenită pentru toți, mai mult pentru apicultorii din orașul Bălți și suburbii. La lansarea, la ideea acestei manifestații a stat Asociația Apicultorilor din orașul Bălți
Și în prima, de la prima idee, noi am susținut acest proiect și cred că va fi un proiect de bun augur pentru fiecare an, cel puțin 2-3 ori pe an, pentru ca apicultorii să-și aducă acest miraculos produs care este și nu numai aliment, dar și medicament. Și cred că toți o cunosc asta. Încă o dată îmi dați voie să felicit apicultorii din orașul Bălți, să aduc un cuvânt de mulțumire primăriei orașului, agenției de dezvoltare teritorială în Nord, cu care colaborăm de vreo 3 ani de zile pentru un frumos proiect care cred că se va realiza în regiunea de Nord pentru apicultori, un centru de achiziții și procesare. Cred eu că pentru dumneavoastră este binevenit ca să aveți, să cunoașteți apicultorii, să cunoașteți sursa de la care în continuare să vă luați acest produs. Mulțumesc și doresc tuturor o zi frumoasă, fericită în capitala de Nord. Мы решили в этом году совместно с примарией, за что мы им очень благодарны, совместно с АДР, тоже им очень благодарны, показать свой товар, свой продукт, который мы очень много лет делаем, а фактически первый раз вынесли вам на показ, на дегустацию, на пробу, чтобы вы знали, что такой продукт, как уже было сказано, он не только питательный, он и ценный, он и лечебный. И фактически мы, каждый человек, должен использовать пищу, этот продукт, ежедневно, для того, чтобы у нас выросла здоровая молодежь, они должны ежедневно, начиная с садика, 5 грамм, потом в школу 10 грамм в день и так далее, то пока взрослый человек будет использовать 80 грамм до 120 грамм меда в день. Мед у нас очень хороший, очень вкусный, качественный. Мы проверили лабораторно, можете удостовериться, есть у ребят все документы на проверку его. Так что не опасайтесь, что вы что-то получите вредно для организма. Это наоборот, очень качественный, хороший продукт. Я благодарен еще раз примарии, агенции дезволтари региона Норд, за то, что они нам помогли, чтобы мы вышли к вам, жителям нашего города, наших гостей со всех окружающих районов, ну и делегации, которые приехали с Литвы. С очень большим настроением и с весельем в молдавском стиле. Прошу. Ești mândră pentru oaspeții orașului nostru și mândră cei care au venit mândat din Banie cu mândrac. Un dans frumos, o horă din Moldova. Come on.
păstrați imunitate. Veniți buga bravului. Așa, Țărișoara mea, într-adevăr, este Moldova, cea frumoasă, cea care este un soare luminos. Yeah.